Делаем ключи Ford Tornado Connect. Ребята хотели записать ключи, и все их стерли. Теперь по диагностике эти ключи не прописываются. Сейчас мы будем это делать с помощью программатора Tango. Для начала открываем X-Prop M, оригинальный TMT. Так, нам нужно вычитать EEPROM. Читаем. Так, EEPROM прочитан. Вот он. Сохраняем его на рабочий стол. Значит, подпишем Tornado, Даша, подпишем что. Так и будет он. Сохранили. Так, теперь X-Prop мы отключаем на время. Подключаем программатор Tango. Так, открываем Tango. Выбираем модель Ford Tornado. Открываем дамп, который мы считали Tango. Ноль ключей показывается. Ну вот. Значит, нам нужно записать первый ключ. Будем писать на чип 4D. Так, кладем чип 4D. И нажимаем ОК. Так, здесь мы пишем 1K. Это один ключ у нас записан. Дам сохранить. Так, теперь мы открываем 1K. Вот у нас уже 1K прописан. Нажимаем второй. Берем второй ключ. И записываем его под номером 2, также на 4D. ОК. Уже пишем 2K. Так, теперь мы проверяем. Это ключ у нас номер 2. А это у нас ключ номер 1. ОК. Все. Что мы теперь делаем? Мы теперь закрываем Tango. Опять включаем X-Prop M. У нас есть файл 2K. То есть прописаны 2 ключа. Прок. Так, теперь мы открываем файл 2K. Ну и, собственно говоря, записываем. Вот беда. Дернул и оторвалась ножка БДМ. О, видите? Сейчас ее припаяем, зальем, и все будет в порядке. Сейчас припаяем. Пока музычку немножко послушайте. Сейчас. Прямо быстро. Мы сейчас это сделаем. Отвалилось. Это натянул штекер, поэтому и отвалилось. Вот теперь припаял. Все на месте. Поехали, можно писать. Пишем. Ну вот, другое дело. Все записалось.
Теперь ставим машину и заводим. Ключики у нас находятся вот по этим адресам. Ключики находятся вот по этим адресам.